Я продолжаю чтение первой книги царств. Читаю главу 19. «И говорил Саул Ионафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Но Ионафан, сын Саула, очень любил Давида. И известил Ионафан Давида, говоря, «Отец мой Саул ищет умертвить тебя». Итак, берегись завтра, скройся и будь в потаенном месте. А я выйду и стану подле отца моего на поле, где ты будешь, и поговорю о тебе отцу моему, и что увижу, расскажу тебе. И говорил Ионафан доброе о Давиде Саулу отцу своему и сказал ему, «Да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя». И дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь соделал великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины? И послушал Саул голоса Ионафана, и поклялся Саул, «Жив Господь, Давид не умрет». И позвал Ионафан Давида, и пересказал ему Ионафан все слова эти, и привел Ионафан Давида к Саулу, и он был при нем, как вчера и третьего дня. Опять началась война, и вышел Давид, и воевал с филистимлянами, и нанес им великое поражение, и они побежали от него. А злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье его было в руке его, а Давид играл рукою своею на струнах. И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену. Давид же убежал и спасся в ту ночь. И послал Саул слуг в дом к Давиду, чтобы стеречь его и убить его до утра. И сказала Давиду Мелхола, жена его, «Если ты не спасешь души твоей в эту ночь, то завтра будешь убит». И спустила Мелхола Давида из окна, и он пошел, и убежал, и спасся. Мелхола же взяла статую и положила на постель, а в изголовье ее положила козью кожу и покрыла одеждой. И послал Саул слуг, чтобы взять Давида, но Мелхола сказала, «Он болен». И послал Саул слуг, чтобы осмотреть Давида, говоря, «Принесите его ко мне на постели, чтобы убить его». И пришли слуги, и вот на постели статуя, а в изголовье ее — козья кожа. Тогда Саул сказал Мелхоле, «Для чего ты так обманула меня и отпустила врага моего, чтобы он убежал?» И сказала Мелхола Саулу, «Он сказал мне, отпусти меня, иначе я убью тебя». И убежал Давид, и спасся, и пришел к Самуилу в Раму, и рассказал ему все, что сделал с ним Саул. И пошел он с Самуилом, и остановились они в Навафе. И донесли Саулу, говоря, «Вот Давид в Навафе, в Раме». И послал Саул слуг взять Давида, и когда увидели они сон пророков, пророчествующих, и Самуила, начальствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг Саула, и они стали пророчествовать. Донесли об этом Саулу, и он послал других слуг, но и эти стали пророчествовать. Потом послал Саул третьих слуг, и эти стали пророчествовать. Саул сам пошел в Раму и дошел до большого источника, что в Сефе, и спросил, говоря, «Где Самуил и Давид?» И сказали, «Вот, в Навафе, в Раме». И пошел он туда, в Наваф, в Раме, и на него сошел Дух Божий, и он шел и пророчествовал, доколе не пришел в Наваф, в Раме. И снял и он одежды свои, и пророчествовал перед Самуилом, и весь тот день и всю ту ночь лежал неодетый. Поэтому говорят, неужели и Саул в пророках? Читаю первую книгу царств, 20 главу.
Давид убежал из Навафа в Раме и пришел и сказал Иоаннафану: «Что сделал я? В чем неправда моя? Чем согрешил я пред отцом твоим, что он ищет души моей?» И сказал ему Иоаннафан: «Нет, ты не умрешь. Вот отец мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв ушам моим. Для чего же бы отцу моему скрывать от меня это дело? Этого не будет». Давид клялся и говорил: «Отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих, и потому говорит сам в себе: пусть не знает о том Иоаннафан, чтоб не огорчился. Но жив Господь, и жива душа твоя, один только шаг между мною и смертью». И сказал Иоаннафан Давиду: «Чего желает душа твоя, я сделаю для тебя». И сказал Давид Иоаннафану: «Вот завтра новомесячье, и я должен сидеть с царем за столом. Но отпусти меня, и я скроюсь в поле до вечера третьего дня. Если отец твой спросит обо мне, ты скажи: Давид выпросился у меня сходить в свой город Вифлеем, потому что там годичное жертвоприношение всего родства его. Если на это он скажет: хорошо, то мир рабу твоему, а если он разгневается, то знай, что злое дело решено у него. Ты же сделай милость рабу твоему, ибо ты принял раба твоего в завет Господень с тобою. И если есть какая вина на мне, то умертви ты меня. Зачем тебе вести меня к отцу твоему?» И сказал Иоаннафан: «Никак не будет этого с тобою, ибо если я узнаю наверное, что у отца моего решено злое дело совершить над тобою, то неужели не извещу тебя об этом?» И сказал Давид Иоаннафану: «Кто известит меня, если отец твой ответит тебе сурово?» И сказал Иоаннафан Давиду: «Иди, выйдем в поле». И вышли оба в поле. И сказал Иоаннафан Давиду: «Жив Господь, Бог Израилев, я завтра около этого времени или послезавтра выпытаю у отца моего, и если он благосклонен к Давиду, и я тогда же не пошлю к тебе и не открою перед ушами твоими, пусть то и то сделает Господь с Иоаннафаном, и еще больше сделает. Если же отец мой замышляет сделать тебе зло, и это открою в уши твои и отпущу тебя, и тогда иди с миром, и да будет Господь с тобою, как был с отцом моим. Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господню, а если я умру, то не отними милости твоей от дома моего вовеки, даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида». Так заключил Иоаннафан завет с домом Давида и сказал: «Да взыщет Господь с врагов Давида». И снова Иоаннафан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его как свою душу. И сказал ему Иоаннафан: «Завтра новомесячье, и о тебе спросят, ибо место твое будет не занято. Поэтому на третий день ты спустись и поспеши на то место, где скрывался ты прежде, и сядь у камня Азель. А я в ту сторону пущу три стрелы, как будто стреляя в цель. Потом пошлю отрока, говоря: пойди найди стрелы, и если я скажу отроку: вот стрелы позади тебя, возьми их, то приди ко мне, ибо мир тебе, и жив Господь, ничего тебе не будет. Если же так скажу отроку: вот стрелы впереди тебя, то ты уходи, ибо отпускает тебя Господь. А потому, что о тому, что мы говорили, я и ты, свидетель Господь между мною и тобою навеки». И скрылся Давид на поле. И наступило новомесячье, и сел царь обедать. Царь сел на свое место, по обычаю, на седалище у стены. И Иоаннафан встал, и Авенир сел подле Саула. Место же Давида оставалось праздным.
И не сказал Саул в тот день ничего, ибо подумал, что это случайность, что Давид нечист, не очистился. Наступил и второй день новомесяча, а место Давида оставалось праздным. Тогда сказал Саул сыну своему Иоаннафану: «Почему сын Иессеев не пришел к обеду ни вчера, ни сегодня?» И отвечал Иоаннафан Саулу: «Давид выпросился у меня в Вифлеем. Он говорил: отпусти меня, ибо у нас в городе родственное жертвоприношение, и мой брат пригласил меня. Итак, если я нашел благоволение в очах твоих, схожу я и повидаюсь со своими братьями». Поэтому он и не пришел к обеду царя. Тогда сильно разгневался Саул на Иоаннафана и сказал ему: «Сын негодный и непокорный! Разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иессеевым на срам себе и на срам матери твоей? Ибо во все дни, доколе сын Иессеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть». И отвечал Иоаннафан Саулу, отцу своему, и сказал ему: «За что умерщвлять его? Что он сделал?» Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его. И Иоаннафан понял, что отец его решил убить Давида. И встал Иоаннафан из-за стола в великом гневе, и не обедал во второй день новомесяча, потому что скорбел о Давиде и потому что обидел его отец его. На другой день утром вышел Иоаннафан в поле, во время которое назначил Давиду, и малый отрок с ним. И сказал он отроку: «Беги, ищи стрелы, которые я пускаю». Отрок побежал, а он пускал стрелы так, что они летели дальше отрока. И побежал отрок туда, куда Иоаннафан пускал стрелы, и закричал Иоаннафан вслед отроку и сказал: «Смотри, стрела впереди тебя!» И опять кричал Иоаннафан вслед отроку: «Скорей беги, не останавливайся!» И собрал отрок Иоаннафанов стрелы и пришел к своему господину. Отрок же не знал ничего, только Иоаннафан и Давид знали, в чем дело. И отдал Иоаннафан оружие свое отроку, бывшему при нем, и сказал ему: «Ступай, отнеси в город». Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицом свою на землю и трижды поклонился. И целовали они друг друга, и плакали оба вместе, но Давид плакал более. И сказал Иоаннафан Давиду: «Иди с миром. А в чем клялись мы оба именем Господа, говоря: Господь да будет между мною, между тобою, и между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки». И встал Давид и пошел, а Иоаннафан возвратился в город. Я читаю главу 21 из первой книги царств. И пришел Давид в Номву к Ахимелеху священнику, и смутился Ахимелех при встрече с Давидом и сказал ему: «Почему ты один и никого нет с тобою?» И сказал Давид Ахимелеху священнику: «Царь поручил мне дело и сказал мне: пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе, поэтому я людей оставил на известном месте. Итак, что есть у тебя под рукою, дай мне, хлебов 5 или что найдется?» И отвечал священник Давиду, говоря: «Нет у меня под рукою простого хлеба, а есть хлеб священный, если только люди твои воздержались от женщин». И отвечал Давид священнику и сказал ему: «Женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня, со времени, как я вышел, и сосуды отроков чисты. А если дорога не чист, то хлеб останется чистым в сосудах». И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба,
кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их положить теплые хлебы. Там находился в тот день перед Господом один из слуг Сауловых по имени Доик, идумеянин, начальник пастухов Сауловых. И сказал Давид Ахимелеху: «Нет ли здесь у тебя под рукою копья или меча? Ибо я не взял с собой ни меча, ни другого оружия, так как поручение царя было спешное». И сказал священник: «Вот меч Голиафа, филистимлянина, которого ты поразил в долине Дуба, завернутый в одежду позади ефода. Если хочешь, возьми его. Другого, кроме этого, нет здесь». И сказал Давид: «Нет ему подобного, дай мне его». И встал Давид и убежал в тот же день от Саула и пришел к Анхусу, царю Гефскому. И сказали Анхусу слуги его: «Не этот ли Давид, царь той страны? Не ему ли пели в хороводах и говорили: Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч?» Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского, и изменил лицо свое перед ними и притворился безумным в глазах их, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей. И сказал Анхус рабам своим: «Видите, он человек сумасшедший. Для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал передо мною? Неужели он войдет в дом мой?» Приветствую вас, уважаемые слушатели. У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 89-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Первая книга Царств, главы с 19 по 21. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня я приглашаю вас взглянуть на взаимоотношения между Иоаннафаном и Давидом, которые описаны в главах для чтения на сегодня. Во-первых, статус Иоаннафана. Кто он? Согласно Священному Писанию, Иоаннафан – это старший из троих сыновей Саула, царя. Будучи таковым, он есть наследник трона, следующий царь Израиля. Это высокое положение его, конечно же, определяло его отношение ко всем остальным. Он тот, глаза народа устремлены на которого, как на следующего правителя. Давид же по своему статусу очень сильно отличается от Иоаннафана. Что мы узнаем о Давиде? В 16 главе 1 книги Царств прочитаем стихи 1, 12 и 13. «И сказал Господь Самуилу: доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю тебя к Иессею, вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». И послал Иессей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Раму. Статус Давида определяется Священным Писанием как статус помазанника, следующего царя Израиля. Что можно ожидать при таких вводных условиях касательно взаимоотношений между Иоаннафаном и Давидом? Один является наследником трона, следующим царем Израиля по рождению, по происхождению, будучи старшим сыном нынешнего царя Саула,
Второй является следующим царем Израиля по причине Божьего выбора, по причине помазания. Между двумя претендентами на трон ожидаема была бы вражда, конкуренция и непримиримые столкновения. Однако вместо этого во взаимоотношениях Иоаннафана и Давида в Священном Писании описывается нечто совершенно иное. В Первой книге Царств, 18 главе, первые 3 стиха рассказывают нам о начале этих взаимоотношений между Иоаннафаном и Давидом. «Когда окончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу». Их первая встреча произошла после того, как Давид поразил Голиафа и таким образом стал известен при дворе. Они заключают друг с другом союз, который подтверждали на протяжении их жизни несколько раз. Даже уже тогда, когда Иоаннафан знал, что Давид есть следующий помазанник Господень на царство над Израилем. Вот что мы находим в 20 главе 1 книги Царств, в стихах с 11 по 17. «И сказал Иоаннафан Давиду, иди, выйдем в поле. И вышли они в поле, и сказал Иоаннафан Давиду, жив Господь Бог Израилев, я завтра около этого времени или послезавтра выпытаю у отца моего. И если он благосклонен к Давиду, и я тогда же не пошлю к тебе и не открою пред ушами твоими, пусть то и то сделает Господь с Иоаннафаном и еще больше сделает. Если же отец мой замышляет сделать тебе зло, и это открою в уши твои и отпущу тебя, и тогда иди с миром, и да будет Господь с тобою, как был с отцом моим». Мы находим, что Иоаннафан желает Давиду царства. Он говорит, да будет Господь с тобою, как был с отцом моим. Он передает ему права на трон. И дальше говорит, но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господню. А если я умру, то не отними милости твои от дома моего вовеки, даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида. Так заключил Иоаннафан завет с домом Давида и сказал, «Да взыщет Господь с врагов Давида». И снова Иоаннафан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его как свою душу. Он отдает Давиду престол. И в этом разговоре он рисует потенциальную возможность своей смерти. Но даже при этих условиях он остается верен ранее заключенному с Давидом союзу. В 23 главе 1 книги Царств, в стихах с 15 по 18, описывается вновь подтверждение этого союза между Иоаннафаном и Давидом. «И видел Давид, что Саул вышел искать души его. Давид же был в пустыне Зив, в лесу. И встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога, и сказал ему, «Не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе, и Саул, отец мой, знает это». И заключили они между собой завет пред лицем Господа, и Давид остался в лесу, а Иоаннафан пошел в дом свой. Вместо того, чтобы строить ковы и враждовать, и преследовать своего соперника по престолу, Иоаннафан помогает ему, укрепляет его упованием на Бога и вновь подтверждает, что уступает ему свой престол. Заключенный между Иоаннафаном и Давидом союз выполнялся и с одной, и с другой стороны.
Со стороны Иоаннафана он исполнялся в следующем. Первая книга Царств, 19 глава, первые 6 стихов. «И говорил Саул Иоаннафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Но Иоаннафан, сын Саула, очень любил Давида, и известил Иоаннафан Давида, говоря, «Отец мой Саул ищет умертвить тебя, и так берегись завтра, скройся, и будь в потаенном месте. И я выйду, и стану подле отца моего на поле, где ты будешь, и поговорю о тебе отцу моему, и что увижу, расскажу тебе». И говорил Иоаннафан доброе о Давиде Саулу, отцу своему, и сказал ему, «Да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь соделал великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины?» И послушал Саул голоса Иоаннафана, и поклялся Саул, «Жив Господь, Давид не умрет». Иоаннафан, как мы видим, влияет на отца и добивается того, что Саул произносит клятву, говоря, «Не будет убит Давид». В 20 главе исполнение этого союза со стороны Иоаннафана описывается так. Стихи с 27 по 34. «Наступил и второй день новомесячья, а место Давида оставалось праздным. Тогда сказал Саул сыну своему Иоаннафану, «Почему сын Иессеев не пришел к обеду ни вчера, ни сегодня?» И отвечал Иоаннафан Саулу, «Давид выпросился у меня в Вифлеем». Он говорил, «Отпусти меня, ибо у нас в городе родственное жертвоприношение, и мой брат пригласил меня. Итак, если я нашел благоволение в очах твоих, схожу я и повидаюсь со своими братьями». Потому он и не пришел к обеду царя. Тогда сильно разгневался Саул на Иоаннафана и сказал ему, «Сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иессеевым на срам себе и на срам матери твоей? Ибо во все дни, доколе сын Иессеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть». И отвечал Иоаннафан Саулу, отцу своему, и сказал ему, «За что умерщвлять его? Что он сделал?» Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его, и Иоаннафан понял, что отец его решился убить Давида. И встал Иоаннафан из-за стола в великом гневе и не обедал во второй день новомесячья, потому что скорбел о Давиде и потому что обидел его отец его. Мы видим, что Иоаннафан даже подвергает свою жизнь опасности, защищая Давида. К сожалению, Саул и все три его сына пали в битве с филистимлянами. И после, когда Давид укрепил царство свое, он выполнил свою часть завета по отношению к дому Иоаннафана. Это описано во второй книге Царств, в 9 главе, в стихах с 1 по 13, где рассказывается, как Давид оказал милость сыну Иоаннафана Мемфивосфею, который был хром, он питал его и сыновей его со своего царского стола во исполнении завета, который был между ним и Иоаннафаном. Этот пример взаимоотношений Иоаннафана и Давида является чудесным примером верности обещаниям. Такой верности Господь ожидает от каждого из нас.